в этот момент времени я не являлась сотрудником компании. То есть я уволилась в воскресенье. Я уволилась в воскресенье, в понедельник у меня был разговор с родителями, то есть я приезжала домой, я говорила о том, что... Ну, пыталась объяснить, что компания, то есть что все, что им говорят, все это ерунда, что эта информация недействительна.